каждый день ходил Моиша в синагогу и просил, чтобы Господь помог ему выиграть в лотерею. «Господи, — говорил он, — ну дай мне этот шанс, ну сделай так, чтобы я хоть раз в жизни выиграл в лотерею». Так продолжалось много лет, и вот однажды небеса разверзлись, явился Господь и сказал: «Моиша, ну дай мне возможность помочь тебе, ну купи хоть раз лотерейный билет».